Меня зовут Васильева Наталья Викторовна. Я мама военнослужащего Конышева Артема Евгеньевича, 23 января 2001 года рождения. Мой сын после окончания колледжа в 2020 году попал под весенний призыв. Так как у моего сына были водительские права категории Б и С, то появилась возможность служить в нашем городе. Мы живем в городе Луга, военный городок, много воинских частей. У него появилась возможность вместо 1 года казарм пройти альтернативную службу, отслужить 2 года по контракту. После того, как все комиссии были пройдены, одобрение он получил, 31 августа он был призван военным комиссариатом города Луги Лужского района Ленинградской области на службу по контракту. И 15 сентября 2020 года заключил контракт с одной из воинских частей города Луги, стал служить в звании рядового в должности водителя-механика. Прослужив чуть больше года, в декабре 2021 года мой сын заболел. Началось все, болезнь протекала сначала как простуда. Но единственное, были увеличены лимфоузлы и кашлял. Он обратился в военный госпиталь города Луги. Рассказал про свои симптомы: кашель, увеличенные лимфоузлы, температура 38. Терапевт проигнорировал эти его жалобы, сказав, что он придумывает, не дала ни больничной, лечение не назначила, отправила служить. Мой сын до Нового года в течение 2 недель ходил больной на службу, ну и лечился сам как мог, пил парацетамол и анальгин. Вообще удивительно, почему в то время, как у нас эпидемия коронавируса, и мой сын приходит с такими симптомами, как кашель, терапевт не обращает на это внимания. После Нового года сын стал еще хуже себя чувствовать, стал совсем плохо выглядеть. И я ему сказала, что надо идти в госпиталь снова после новогодних праздников и требовать обследования детального уже. Он после новогодних праздников пошел к терапевту. Терапевт направил его на УЗИ. Там же в госпитале было сделано УЗИ. И на УЗИ обнаружили, что у него сильно увеличены шейные лимфоузлы слева. Врач назначил ему, моему сыну, пропить курс антибиотиков. После курса антибиотиков снова надо было прийти на УЗИ. Сын пропивает курс антибиотиков. Через некоторое время приходит снова на УЗИ. Лучше ничего не стало. УЗИст сказал моему сыну: парень, у тебя здесь все серьезно, это не просто простуда. Сыну нужно было серьезное обследование, но терапевт почему-то не соглашалась направить сына на серьезное обследование. УЗИсту пришлось буквально выбивать это направление на КТ у терапевта. Ну, в итоге выбили направление на КТ. И 27 января в 442-м госпитале в Санкт-Петербурге было сделано КТ грудной клетки. Результат: КТ признаки внутригрудной лимфаденопатии. Рекомендуется консультация онколога и пульмонолога. Ну, сын с этим заключением КТ вернулся к терапевту. Терапевт его направляет на обследование. Функцию внешнего дыхания надо сделать. Надо пройти эхо-КГ. Проконсультироваться у пульмонолога и у онколога. Но почему-то в госпитале они не могли обеспечить ему эти обследования. Онколога в Лужском госпитале нет, пульмонолога тоже. Эхо-КГ почему-то не делают. Ну и функцию внешнего дыхания тоже не делают. Пришлось проходить все эти обследования платно, потому что сын себя чувствовал плохо, и ехать в Санкт-Петербург, 442-й госпиталь, на эти обследования он физически не мог. Прошли эти обследования платно в нашем городе. Сходил в платную клинику к онкологу. Ну и тут онколог ему сказал, что парень, у тебя все серьезно. Тут либо лимфома, либо лейкоз. Надо срочно ехать к онкологу в Санкт-Петербург, в онкоцентр. И я сразу позвонила в Санкт-Петербург в НИИ онкологии имени Петрова и записалась на прием. И 2 февраля мы уже поехали на прием к к врачу-гематологу Иванюку А.В. Ну, Иванюка смотрел моего сына, посмотрел анализы, моча, кровь у нас были на руках, и КТ с 442 госпиталя. Ну и поставил предварительный диагноз. Лимфопрофилеративное заболевание, лимфоаденопатия. Далее он направил нас на УЗИ, направил сдать снова кровь и мочу. Но кровь не обычный клинический анализ, а детальный расклад по компонентам. И сам нас записал на следующий день, на 3 февраля, тоже в НИИ Петрова, в НИИ онкологии имени Петрова, в поселке Песочный, рядом с городом Санкт-Петербургом. Вот там мы сделали УЗИ, сдали анализы, сделали УЗИ 3 февраля. Заключение по УЗИ. Поражение лимфатических узлов уровень 3 справа, 5 уровень 2А, 3, 4, 7 слева. Внутригрудные подключичные слева при злокачественной лимфоме. То есть уже даже по УЗИ было понятно, что лимфома это злокачественная у Артема. После получения на руки ответов анализов крови, мочи и вот результатов УЗИ в этот же день мы попали там же в НИИ Петрова на прием к онкологу Раджабовой З.А. Раджабова сказала, что да, это 100% онкологическое заболевание, но видов лимфом очень много, нам надо определить, какой именно вид лимфомы. И она сказала, что необходима биопсия. Все эти обследования в НИИ онкологии имени Петрова мы проходили платно. Больше 20 тысяч там оставили. Ну и платно делать операцию. А нужна была операция именно под общим наркозом, потому что это довольно тяжелая операция. Нужно было достать лимфоузел из шеи, самый крупный, но и его выпотрошить. Естественно, мы не могли себе позволить сделать платно там операцию, лечь операцию. И с этими всеми результатами мой сын пошел в госпиталь к терапевту. Терапевт даже не посмотрела, что сын принес. Так, пошевелила эти бумаги, чуть-чуть отодвинула. И просто сказала сногсшибательную фразу. «У тебя все от зубов, иди проверь зубы». После этого, конечно, уже и я закипела. И вместе с сыном, и со всеми этими бумагами сама к ней поехала. Можно сказать, носом ее ткнула во все эти заключения. Терапевт очень извинялась перед нами. Говорила, что она не знала, что так все серьезно. Сказала моему сыну, что же ты мне сразу-то не сказал. Предложила ему сразу раздеться, всего его осмотрела и сказала, да, конечно, мы его будем оформлять на лечение. Единственное, что мы вот приписаны к 442 госпиталю, как там, вот там, да, не очень хорошее гематологическое отделение, вот хорошо бы его в военно-медицинскую академию имени Кирова оформить, но это не знаю, как будет долго продолжаться, но мы постараемся сделать в кратчайшие сроки. Проходит несколько дней. Я звоню терапевту, что с госпитализацией, что-то прояснилось. Ой, нет, вы знаете, это долго, недели-две не меньше. Тогда уже я обратилась в воинскую часть с нашими проблемами. Спасибо воинской части. Там сразу нам пошли навстречу и помогли, чем смогли. Через 2 дня после моего обращения мой сын 10 февраля был госпитализирован в военно-медицинскую академию имени Кирова в городе Санкт-Петербург. Сначала сына там обследовали, сделали КТ всех органов. Вообще при таком заболевании перед лечением делают ПЭТ-КТ всего тела, но в военно-медицинской академии аппарат ПЭТ-КТ не работает. Но они сделали все, что смогли, сделали КТ всех органов. Ну, естественно, анализы сын сдал, проверили сердце, проверили желудок, взяли образцы костного мозга, проверили костный мозг, на наличие злокачественных клеток. Но, слава богу, хотя бы в костном мозге не было ничего обнаружено. Костный мозг был чист. Потом за этим последовала операция. Ну и потом уже ожидание результатов операции, чтобы понять, как лечить моего сына, какой именно тип у него лимфомы. Ну, результат был таков. Лимфома Ходжкина, нодулярный склероз. 14 марта моего сына госпитализируют уже на лечение, проходить химиотерапию. Но перед этим снова проводят КТ всех органов. И если первый раз после первого КТ при поступлении в МА сыну поставили вторую стадию онкологии, то после КТ, проведенного 15 марта перед химиотерапией, уже четвертую стадию онкологии ставят. Болезнь развивалась стремительно и захватывала все больше и больше лимфоузлов и проникла в легкие. То есть началось даже поражение легких первого, второго и третьего сегмента левого легкого. Ну и 18 марта у сына была первая химиотерапия. После двух химиотерапий положено отправить пациента на ПЭТ-КТ, чтобы посмотреть, как организм отвечает на лечение. ПЭТ-КТ нам пришлось проходить платно в онкологическом центре имени Гранова, тоже в поселке Песочный, потому что в МА не работает аппарат ПЭТ-КТ. Денег у нас не было на ПЭТ-КТ, это дорогостоящая процедура, и оплатить нам помогли сослуживцы моего сына, они собрали деньги. ПЭТ-КТ показала, что у сына началась ремиссия. Сыну первые две химии давали очень агрессивные. В течение 3 дней по много часов его капали, потом 4 дня перерыв, потом еще день тоже много часов капали. И вот таких 2 курса агрессивной химиотерапии были. Ну и за счет этого у него и началась ремиссия. Ну, после ремиссии военнослужащего положено отправить, так как началась ремиссия, положено отправить на военно-врачебную комиссию. И военно-врачебная комиссия, непонятно по каким причинам, моего сына освидетельствует от расписания болезней. Именно это расписание, статья 9. Злокачественное новообразование лимфоидной, кровотворной и родственных им тканей. Тут по всем категориям присваивается категория D. И лишь тем, кто служит по контракту, категория В либо Г. Военнослужащие по призыву должны освидетельствоваться, а мой сын военнослужащий по призыву. Военнослужащие по призыву должны освидетельствоваться по 2-й графе. А по 3-й графе освидетельствуют контрактников, тех, которые выбрали службу по контракту в качестве своей профессии. Мой сын не выбирал, мой сын военнослужащий именно по призыву. И непонятно, по какой причине его освидетельствуют по 3-й графе и дают категорию В. И согласно федеральному закону номер 53 ФЗ от 28 марта 1998 года в последней редакции мой сын подлежит увольнению с военной службы. Есть такая статья 1, пункт 1, вот статья 51, пункт 1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы, подпункт Г. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограничено годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины. Мой сын служит водителем-механиком. Там как раз на этой должности штатом предусмотрено воинское звание до старшины. Есть еще в этой статье 51 пункт 1, есть еще подпункт Г1. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограничено годным в военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. То есть тут даже не имеет значения, по контракту он или по призыву, он должен был быть уволен со службы. Значит, 23 июня проходит военно-врачебная комиссия, присваивает ему категорию годности В. После этого отправляют документы из военно-медицинской академии имени Кирова, документы по ВВК были отправлены в Центральную военно-врачебную комиссию Федерального государственного казенного учреждения Главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации на утверждение. То есть эта организация должна была утвердить решение ВВК, решение местной ВВК. 13 июля решение местной ВВК было утверждено. Нам оставалось только дождаться, когда эти документы вернутся из Москвы. Ну, попутно сын проходил лечение в военно-медицинской академии, проходил химиотерапию. Назначено ему было 6 курсов химиотерапии. В начале августа мой сын поехал на последнюю 6-ю химиотерапию. До этого сын постоянно звонил в ИМА и узнавал, пришли ли документы из Москвы. И вот он узнает, что в начале августа, в первых числах августа, документы из Москвы пришли. То есть теперь нам оставалось только забрать эти документы, и сын бы подал рапорт на увольнение по состоянию здоровья. 8 августа сын едет в ВМА на очередную химиотерапию, заходит, я не знаю, как там называется, здание, где проходит ВВК, где сидит эта комиссия, заходит к ним туда забрать свидетельство о болезни. Забирает, ну и тут шоковое состояние нас настигает. В документе допущена грубая ошибка. То есть вот эта московская организация, Центральная военно-врачебная комиссия, допускает грубейшую ошибку, которая в итоге становится для нас фатальной. Сын сфотографировал на телефон тот лист, в котором была допущена ошибка. Вот я распечатала, фотография не очень хорошая, но видно все достаточно хорошо. В электронном виде вообще прекрасно видно. Вместо даты рождения сына 23 января 2001 года указана дата 20 сентября 1972 года. Сыну выдали только свидетельство о болезни. Остальной пакет документов забрал начальник медицинской части. И в том пакете документов тоже была та же ошибка. То есть весь пакет документов из Москвы пришел с грубейшей ошибкой. Документы уже были недействительны. Сын вернулся в это здание, где ВВК сидит, показал им, они забрали это свидетельство о болезни и отправили на изменение обратно в Москву. И вернулось это свидетельство о болезни только во второй половине сентября. Какого именно числа я не знаю, но это было в 20-х числах. Ну, может быть, 19-го, 18-го. Но факт то, что подать рапорт на увольнение по состоянию здоровья до 21 сентября, до указа Путина, мой сын не успел. Помимо 6 курсов химиотерапии, мой сын прошел еще 15 курсов лучевой терапии. 23 сентября был последний курс лучевой терапии. И, значит, после этого мой сын подает 2 рапорта на увольнение. Оба раза ему отказывают. Первый раз ему отказывают в устном виде, то есть у нас даже на руках не было письменного отказа. Сын пишет снова рапорт на увольнение, и мы получаем письменный отказ. От 13 октября 2022 года. Рапорт на увольнение рядового Конышева Артема Евгеньевича в соответствии со статьей 51 Федерального закона о воинской обязанности военной службы в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе подпункт Б пункта 3 возвращаю без реализации. В соответствии с указом президента Российской Федерации 21 сентября 2022 года номер 647 пункт 4 и пункт 5 об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации контракт о прохождении военной службы, заключенный военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. И вот получается абсурдная и совершенно дикая ситуация. То есть моего сына 13 июля военно-врачебная комиссия в Москве утверждает категорию годности В. хотя ему должны были дать «Д», как военнослужащему по призыву. Это свидетельство болезни. Сначала приходит с ошибкой. Потом оно приходит уже тогда, когда мой сын не успевает подать рапорт на увольнение. То есть до 21 сентября сын не успел подать рапорт на увольнение. Если бы не было бы ошибки в документе, он бы в августе подал рапорт на увольнение и был бы уволен. 14 сентября закончился контракт моего сына. И вот этот контракт, который закончился 14 сентября, 21 сентября чудесным образом автоматически продлевается. И лишь потому, что мой сын в это время был на больничном. Он был на лучевой терапии. То есть, получается, этот больничный сыграл ему злую шутку. Не надо было, наверное, ходить на лучевую терапию. Тогда бы он был уволен по окончании контракта. И вот этот отказ в увольнении тоже рассчитан на дураков. Потому что они ссылаются на 51-ю статью, пункт 3, пункт Б, подпункт Б. Но мой сын не попадает под пункт 3 и под пункт Б, потому что он относится, по моему сыну действует пункт 1, подпункт Г или Г1, то есть он подлежит увольнению. То есть его обязаны уволить при наличии категории В. А начальство ссылается на пункт 3, в котором сказано: военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограничено годным к военной службе, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины. Правильно, за исключением, потому что вот эти военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено звание до старшины, они подлежат увольнению. О них сказано в пункте 1 статьи 51. Правильно, поэтому здесь за исключением. А моему сыну преподносят это так, как будто он не имеет права на досрочное увольнение. То есть те, кто занимают должность, по которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины, должны быть уволены с категории В. А те, кто занимает должность, для которой штатом предусмотрено звание выше старшины, те имеют право. То есть захотят — уволятся, захотят послужить — останутся послужить. Но сын мой должен был быть уволен. То есть здесь вариантов вообще никаких не предусматривается. И этот отказ, эта ссылка на статью, это рассчитан абсолютно на дураков. Почему-то люди думают, что вокруг все одни дураки, никто ничего не соображает. 25 октября мой сын получил 2-ю группу инвалидности. Во всех документах у него сказано, что заболевание получено в период военной службы. Вместе со справкой об инвалидности сыну была выдана индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Вот, пожалуйста. Согласно этой программе, мой сын нуждается в медицинской реабилитации с 25 октября 2022 года до 1 ноября 2023 года. Нуждается в профессиональной ориентации с 25 октября 2022 года до 1 ноября 2023 года. Нуждается в содействии в трудоустройстве с 25 октября 2022 года до 1 ноября 2023 года. Согласно этой программе выданы рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма, обусловленных заболеваниями. Вот что касается моего сына. Его заболевание попадает под категорию нарушения функций системы крови и иммунной системы. Вот что здесь сказано. Что ему противопоказаны виды трудовой профессиональной деятельности, которые в условиях интенсивной физической нагрузки и эмоционального напряжения, наличие неблагоприятных макро- и микроклиматических условий, в том числе наличие тепловых, электромагнитных излучений, ионизирующих и неионизирующих источников излучения, ультрафиолетовой радиации, повышенной инсоляции, могут привести к угрозе жизни и или потере здоровья инвалида. Мой сын должен каждые 3 месяца обследоваться с этим заболеванием. В течение 5 лет должен стоять на учете у онколога, ну и гематолога, соответственно. Но почему-то решением Владимира Владимировича Путина мой сын объявлен годным к военной службе. И пройдя через операцию 6 курсов химиотерапии, 15 курсов лучевой терапии, мой сын снова встал в строй. Инвалидность и все эти ограничения, связанные с инвалидностью и с его заболеванием, в армии не имеют вообще никакого значения. Я позвонила в отдел кадров его воинской части, спросила, когда вы будете увольнять сына. Они сказали: по указу Путина будем увольнять только когда закончится мобилизация. Указа об окончании мобилизации нет. Значит, увольнять сына никто не собирается. Мы обратились в военную прокуратуру Западного военного округа, город Санкт-Петербург. 7 декабря 2022 года мы получили на руки решение прокуратуры. Согласно этому решению, моего сына направляют, в связи с тем, что у него теперь инвалидность, хотя это не говорит о том, что у него ухудшилось здоровье или улучшилось, то есть это всего лишь констатация его состояния. Его направляют с Пановой на ВВК для освидетельствования на категорию «Д». Но если его опять будут освидетельствовать по 3-й графе, ему опять дадут категорию «В». И тогда уже свидетельство о болезни, утвержденное 13 июля, будет недействительно. Но если его будут освидетельствовать по 2-й графе, как военнослужащего по призыву, да, тогда он получит категорию «Д» и будет уволен из рядов вооруженных сил. Но непонятно, почему в прошлый раз на ВВК его свидетельствовали по 3-й графе. Чье это упущение, вообще непонятно. И Москва еще это и утвердила. Хотя Москва в документах пишет, что он военнослужащий по призыву. Вот Москва в свидетельстве о болезни пишет: служба в вооруженных силах Российской Федерации по призыву 31 августа 2020 года. Призван военным комиссариатом города Луги. Заключен контракт 15 сентября. Непонятно, почему Москва это утвердила, эту категорию ему годности. И тут же они пишут, что он военнослужащий по призыву. Они должны были не согласиться и освидетельствовать его по 2-й графе на категорию «Д». Сейчас мы готовим документы в суд. Потому что на сегодняшний день пока у нас есть единственная возможность уволиться из армии через суд. 19 декабря мой сын проходил уже в 3-й раз за этот год ПЭТ-КТ всего тела в институте имени Гранова, в институте онкологии имени Гранова в поселке Песочный. Согласно этому ПЭТ-КТ, Да, мой сын пока в ремиссии находится. Вот, ПЭТ-КТ признаки резидуальной метаболически неактивной лимфоденопатии выше диафрагмы. По сравнению с предыдущим исследованием отмечается положительная динамика, уменьшение размеров лимфоузлов. То есть болезнь его никуда не ушла, лимфоузлы по-прежнему есть, по-прежнему они везде увеличены. Они лишь заснули, по чуть-чуть уменьшаются, то есть онкологических процессов активных там нет. Но запустить эти процессы очень легко. 22 декабря сын был на приеме в военно-медицинской академии гематолога вот с этим результатом ПЭТ-КТ. Гематолог его предупредил: тебе надо очень пристально следить за своим здоровьем. У тебя убит иммунитет. И если, не дай бог, хотя бы небольшая активность будет, хотя бы в одном лимфоузле, тогда будет назначена снова госпитализация, назначена будет высокодозная химиотерапия с последующей пересадкой костного мозга. Мой сын чувствует себя не очень хорошо, потому что, имея такую болезнь и после такого лечения, было бы странно вообще чувствовать себя хорошо. У него слабость, он все время хочет спать. Он уже около месяца ходит с простудой. Он пропил антибиотики по назначению врача. Ему стало получше. Потом опять. У него каждый день температура 37,2-37,3. Гематолог на это ему сказал: да, у тебя так и будет, потому что убит иммунитет. Организм не борется. Ну и, естественно, у него даже простуда может запустить рецидив болезни. Владимир Владимирович, как так получается, что в такой серьезной организации, как Центральная военно-врачебная комиссия Федерального государственного казенного учреждения, Главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации, город Москва, сидят такие безответственные люди и так безграмотно оформляют документы? Во-первых, военнослужащего по призыву освидетельствуют по третьей графе, а не по второй. А во-вторых, допускают грубейшую ошибку в дате рождения. И эта ошибка становится для нас роковой, становится фатальной. Тот человек, который составлял этот документ и написал неправильно дату рождения, он, наверное, сейчас спит спокойно, у него нигде ничего не болит. А мы уже 3 месяца боремся. И мой сын, пройдя такое лечение, ходит на военную службу, хотя он должен дома сидеть, он должен восстанавливаться, а не служить. И потом еще своим указом вы приняли решение не увольнять, запретить увольнение военнослужащих с категории В. Во-первых, ваш указ противоречит федеральному закону. Указы президента не должны противоречить федеральным законам. И ваш указ фактически отменил статью 51, пункт 1, подпункты Г и Г1. Это уже нарушение закона с вашей стороны. А во-вторых, вы запретили увольнять военнослужащих с категории В. А вот вы не подумали, что с этой категорией могут быть не только те, у кого сколиоз и какие-то несерьезные заболевания, которые не угрожают жизни. А с этой категорией еще много онкологических больных, вот даже тех же самых контрактников. И я не удивлюсь, если вот, допустим, в данный момент какие-то контрактники также проходят химиотерапию, лечатся от онкологии. И по окончании лечения им тоже будет дана категория В. И они должны будут встать в строй. И вот вы вот таких вот подвели под монастырь. А может быть, вы просто решили, что ну все равно сдохнешь от онкологии. Да хоть пользу принесешь, погибнешь не зря. Родине послужишь. Как вы матерям на встрече сказали, что погиб не зря. Ну, может быть, так решили, пусть эти онкологические служат. Хоть не зря погибнут. Для вас всего лишь, таких как мой сын и остальные, это боевая единица, воинская единица, бездушная, неживая, цифра на бумаге. Но за этими единицами стоят жизни, судьбы людей. И не только моего сына, а и моя, и всех наших близких, родственников, кто за него переживает. И наверняка мой сын не единственный, кто не смог по каким-то причинам уволиться из рядов вооруженных сил, имея тяжелое заболевание.